Здравия! Это Станислав Свиридов и Славянская лавка. А что это у нас такое? А это бубен шаман. И наши клиенты не зря полюбили этот бубен. Посмотрите на его рисунок. Это шаман. А это его возможные входы в разные измерения. То есть этот бубен подойдет как для практик, так и для медитаций. Но вам он точно понравится. Задник бубна выполнен в виде схематического человека из кедра. Ручная работа, цельная порода. Крестовина обмотана пеньковой ниткой. Его удобно держать в руках. Он легкий. Я думаю, что это всего 1,5 килограмма. Резонаторов у бубна нет. Значит, звук будет здесь звонкий и достаточно интересный. Бубен подойдет даже для подростка, не говоря уже о девушках. Этот бубен удобен, легок, и вы можете долго камлать без перерыва. Каждому нашему бубну мы предлагаем колотушку. Колотушка из цельного кедра, она легкая, удобная, потому что посмотрите на эту этническую форму. Обмотка замшей наружу, что делает удары по рисунку бубна более мягкими, но тем не менее и щадящими, как для кожи, так и для самого рисунка. Бубен имеет среднюю форму. Он, конечно, не басовый, нет, но звук его вас точно порадует. Давайте на него посмотрим. Хотя кого посмотрим, мы будем его слушать. Я же говорил, он чумовой. Правильно. Я рекомендую этот бубен тем, кто уже понимает хоть что-то в бубнах. Он небольшой, но он легкий, компактный. Он вам понравится. С вами был Станислав Свиридов. Ссылка на товар в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока!